За покупаться Вася готов родину продать. Даже отказаться от самых вкусных вкусняшек. Хорошо, как, да, Вася? Ой, сколько счастья. Вчера с Васей ходили на луг летать. Значит, смотрю, Вася что-то летать не хочет. Выхожу в огород, отпускаю его, он метров 5 пролетает и садится. Думаю, ну все, надо Васю раскачать на полеты. Взял шнурок 40 метров. И пошли летать. В общем, часа полтора. И Вася уже такие пируэты исполнял. Так что через несколько дней отсниму видеоролик, как Вася круги нарезает. А то совсем летать не хочет. Что это за ворон, который не летает? В общем, разлетался. Хорошо, да, Вася? Ой, хорошо как. Ой, красота. Короче, я заодно покупался вместе с Васей. Вот это по 3 раза на день. Три раза на день контрастный душ. Только успеваю воду менять. Так, ну все. Хорошо, да, Вася? Ой, еще надо заходик сделать. Давай еще разок. Так, ну все, это уже все. Идем сохнуть. Сейчас будем перья чистить. Все. Миссия состоялась. Жизнь удалась. Видите, всего лишь 5 минут водных процедур. И птице больше для счастья ничего не нужно. Ну ладно, всем пока. Пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересных познавательных видео.